Рад вас приветствовать на своем канале The Zegewe Games, и мы продолжаем проходить игру The Search. В прошлой серии мы не смогли победить босса, видимо, нам рано еще туда идти, нужно больше прокачаться. И сейчас я хочу пойти на энергостанцию вниз, я надеюсь, там свет включен. И тебе хорошего дня. Я надеюсь, там свет включен, и мы пройдем по сюжету. Ну, получим какие-то плюшки. И я очень сильно хочу отжать этот молот у того чувачка, который нас, так сказать, обманул. Мы ему открыли двери, а он на нас напал. И, ну, я буду бегать с этой вот палкой, с кобальтовым шестом. Уж больно он мне больше всего понравился. И я хочу все-таки молот. Так что побежали. Так, пройдем сначала сюда. Я надеюсь, здесь свет включился и можно будет пройти дальше. Если же нет, тогда мы будем спускаться вниз с того спуска через шорткат, который к боссу ведет. Так, эти встают, ребятки. Или нет? А, не, встают, встают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, благо у нас хила хватит пока. Я надеюсь отрубить все-таки у кого-то туловище. И нужно сначала найти у кого, или как это сделать. Но тут... Да, в принципе, тут стало светло, и можно продвигаться. Но подсветочка все-таки не помешала бы. Так, иди сюда. Ауч. Ты ко мне прилетишь? Да. Так, добили это. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, иди сюда. Левая рука. Ну, а если я хочу отбить тебе туловище, куда мне нужно целиться? Владение оружием 6. Хорошо. Так. Давай-ка мы его бэкстебнем. Попробуем. А, нет, мы его не бэкстебнем. Минус. Так, туда вниз или прямо? Ну, пошли прямо. Блин, такая напрягающая музычка. О, вот этот чувак с молотом. Надо отпить ему по-любому молот. Ну, он сильно меня тогда с двух ударов, по-моему, вынес. И не хочется в этот раз попасть. А ну, иди сюда. И дай мне свой молот, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хилочка. И я сдох. Ну, благо, недалеко бежать. Я все-таки больше сконцентрировался на то, чтобы подбить ему этот молот, потому что больно, уж жутко хочу себе его. И мы поехали. Побежали по-быренькому вниз. Это недалеко. Нужно снова справляться с этими ребятами. Прыг-скок. Прыг-скок.
Ну, а дальше они по лестницам ходить не умеют. Так, ого, вы уже стоите. И вас обижать никогда. Придется добивать. Так, быстренько с этим справились. Еще раз. Так, с этим легко. Дальше там приставучий. Приставучий. Блин, там это с молотом ходит. Главное, чтобы он не сагрился на меня сюда. Перевея. И как бы хочется уже забрать свои детальки. Так, добили. Теперь вот этот парень. Добиваем. Забираем свои детали. И хорошо, отходим. Так, надо убить вот того еще. Прежде чем с тем с... Так, а что если я буду отбивать удар? Это возможно? А ну. Бей. Чё ты не бьешь меня? Ну, не получилось проверить. Так, теперь с этим вот. Так, хочу отбить твой молот. Ну, появляется. Есть. И давай, давай. Надеюсь, да... Нет, это была рука. Получили оружие. О-о-о. Оружие, оружие. Это хорошо. Мы получили тяжелое оружие с уроном 33. Сила удара высокая, зато все низкое. И это двуручный молот. Ну, попробуем. Ух ты, какой красавец. Ну. Надеюсь, с тобой легче будет. И босса завалить, может быть, можно будет. Так, сначала мы его прокачаем. Это вот мы отсюда его выпустили, с этого типочка. И здесь ничего больше нет. Только получен новый имплантант. Хорошо, а ну проверим. Ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Хоп. Ух ты. Не, ну он медленный. Это очень медленный. Молот. К нему нужно еще привыкнуть. Но зато сильный. Мне это нравится. Так, у меня еще есть хилки. Тут больше ничего нету. Нет, все-таки что-то было. Так. Запчастики получаем. Там есть проход вниз. Туда, наверное, смысла нет идти. Там все равно двери все заблокированы. И идем тогда проверим, что у нас здесь. О-о-о. А здесь у нас газ. Хилочку. И побежали. Так, здесь больше ничего нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Все.
Надо быстро забрать свои запчасти. И получается, что все. Больше реально некуда идти. Только босс. Ну, он тяжелый. Он реально тяжелый. Значит, придется прокачиваться, а потом убивать боссика. Так, ребята, как бы с вами так по-быстренькому? Ну. Да-да, молот все-таки хорошая штучка. Такой мана массивный. Хорошо. А тут, получается, одноразовый был, да? Одноразовый моб. Лети сюда. Ну, видишь... Хорошо, что я молот этот все-таки смог выбить. Потому что чувак-то реально был одноразовый. Ой-о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 й. Отпрыгивай. Что ж ты делаешь? Так, хилку. Все. Неожиданно выскочил. Ага. Ну. Иди сюда. В голову тебя. И добиваем. Все. Так, и тебя еще набить. Так. Добили. Отлично. Надо быстренько забрать свои детальки. Так, хорошо, побежали. Так, детальки забрали. Из газа выскочили. А как нам туда пробежать? Может быть, есть какие-то имплантанты, которые замедляют действие газа. Ну что, попытка номер два. Ой, да тут нечего больше. Тут реально больше нечего ловить. Так что мы убегаем отсюда. Остались только медленные хилки. Ну что, тут больше нету... Нету куда идти. Там пока рано. Я так понимаю. Так, лети сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. И добиваем. Ой, еще один прилетел. Да не, ребята, вы мне не нужны. Приставучие такие. Не люблю таких мобов. Так, тут больше некуда проходить. Блин, снова этот. Есть, добили. Ой, чувак. С тобой мы... И добиваем. Вот это эффектно просто. Да, мне нравится молот. Хорошая штука.
Так, еще ты есть. Ты будешь прыгать? Ой. Так, в голову тебя. Туловище так и не получается отбить, да, у меня так? Тело, о! Есть тело, а ну давай. И давай попробуем отбить у тебя тело. Нет, не получилось, да? Все-таки можно. Ой. Ой. Так, добили. Так, теперь этого. Давай целиться в тело. Тело у него менее защищено. И добиваем. Отбей ему тело. Ой, отлично. Да? Нет, не получилось. Плохо. Но здесь по-прежнему мы пройти не можем. Ну да. Куда ж без этого? Едешь? И была еще в начале одна дверька, которую мы не могли открыть. Но там, по-моему, уровень энергии нужно 55, что ли. Так, тело. Ой. Как попасть в тело? Есть. И добиваем. Давай, давай, давай. Ай, не мог. И давай. Есть. Мы отбили ему тело. И мы получили только чертеж. А что для него нужно? Так, новые имплантанты какие-то есть. И чертеж. Чертеж тела. А что нужно для того, чтобы его сделать? Я надеюсь, у меня хватает для этого. Так, у меня есть какой-то имплантант. Расход заряда энергоблока 1. Уменьшает расход энергии при выполнении добивания, активации дрона и использовании инъекций. И увеличивает количество энергии, получаемой от успешных атак. Зачем мне важно, как... Зачем важность этой энергии? Что она дает? Хорошо. Здесь по-прежнему пройти нельзя. Но надо завалить этого... Чувачка. Ну, тело мы отбили. Надо по-любому его скрафтить. Так. Владение оружием улучшено. Здесь больше ловить нечего. Не буду этого трогать. Чувачка. Попробуем сейчас... Ну, на босса сейчас рано идти, я еще хочу сходить. О. Скрытый путь. Здесь у нас запчасти валялись. Хорошо. И здесь у нас что-то еще лежит. Ой-ой-ой-ой-ой. Хоп. Добили. Так, последняя хилочка.
Но ты медленный, да? Давай-ка мы тебя бэкстебнем. Ой-ой-ой. И добиваем. Эффектным таким ударом. Отлично просто. Так, ну там босс. И как же ж мне попасть? Ну, вот здесь же, да? Так, и забираем этот прикол. Только небольшая груда редкого металлолома. Так, еще есть ты. Попробуем с тобой. Ой, как хорошо. Все. Да, с молотом это все-таки попроще. Так, едем вверх. Главное по пути обратно не сдохнуть. А, у меня еще есть хилочки. Отлично. Оп. На, да. Мне определенно нравится этот мол. Ого, откуда мне хилочки так дается? Так, босс там стоит. Ну, значит, да, босса нужно убивать. В принципе, у меня есть все детали. У меня есть молот. И добиваем. Все, отлично просто. Добычу забрали. Так, тут больше некуда. Проходов нет никаких. Так, везде ли мы были? Ну все. Ой. Двигаемся к станции и закончим, наверное, эту серию. Ну а в следующем мы будем уже лупить босса. Его точно нужно добить. И да, посмотрим, сможем ли мы. Блин, мы его не можем скрафтить. У нас нету каркас экзокостюма уровень 1. У меня их 9 штук. А как мне это улучшить? За костюм. Ну, каркас есть. У меня должны быть детали к нему. Где мне их достать? Так, мне нужно набить этих ребяток. Ну, не выпадает, да, смола получается. Ну, хорошо. Тогда мы... Я пойду туда прокачаюсь чуть-чуть. Добью каркасов этих всех для того, чтобы скрафтить себе туловище. Я где-то еще не могу найти никак эту пневмоспираль. Ни одной не выпало еще ни разу. И мы продолжим тогда уже бить босса. В полном обмундировании, с прокачанной пушечкой. Ну, надеюсь, мы его завалим и продвинемся дальше. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока.